Так, всем привет моим подписчикам. В общем, пришло с Китая очередная посылка. Это вот ролик для натяжения цепи на мотоцикл. Это еще такой механизм идет металлический. Сюда вот цепь ложится и натягивается с помощью него. Взял, потому что здесь на роликах у меня был без роликов, и он стерся. На роликах он будет проскальзывать лучше. В общем, такая беда, качество хорошее. Пластик немножко жестковат, но думаю, это лучше, чем мягкий. Хотя кто его знает. В общем, такая штучка. К сожалению, на YouTube фото не могу приложить, как она выглядит, потому что не перестали они там. У них перестал быть менеджер видео. Ну, в общем, нельзя создать. Ничего не вставить, ничего. Ну, в общем. Зря, конечно, они отказались от него. Было удобно. На сайте сделал сразу ролик и выставил. Ну, это их не. Главные мроки. В общем, такой вот ролик. Если получится где-нибудь на компьютере найти программу, тогда вставлю. Все, всем удачи, всем пока.